Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия, я Александр Манек. И сегодня у нас на обзоре 10 копеек, которая стоит более 2000 гривен. Готовы? Поехали! Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре потрясающая 10 копеек, которая стоит огромные деньги на сегодняшний день. Вот такая вот шикардосная монетка, шестиягодник. Я думаю, что люди, которые занимаются переборами, уже узнали, что это за монетка по ее реверсу, почему она так дорого стоит. Но сейчас я вам подробнее расскажу про эту монету. Кстати, когда у меня попадаются такие прикольные находочки, я всегда показываю это на своем инстаграм-канале. Вы можете подписаться и быть в курсе всех наших новинок еще до того, как выходят ролики в эфир. Итак, что же у нас с этой монетой? Если мы с вами посмотрим на аверс данной монеты, мы с вами видим, что аверс у нас первого штампа. И обратите внимание на правый колосок, листик. Видите, он у нас выпирает. Я не буду долго про это рассказывать. Вы можете посмотреть обзор. Я прикреплю наверху у нас ролик про 10 копеек 92 года. Это у нас 1.34. И при этом сочетании у нас 6 ягод. Обратите внимание на вот эту вот гроздь. У нас здесь 6 ягод. Видите, здесь у нас везде грозди необычные, такие красивые. Так вот, друзья, данная монета у нас называется 1.34EAM. Мелкий гурт у этой монеты. Что же данная монета у нас представляет собой по каталогу? А по каталогу мы с вами видим, что 1.34EAM стоит 70-100 долларов. Проходы с 2019 года составляли у нас от 1000 до 4000 гривен. На сегодняшний день такая монета также представляет огромный интерес среди коллекционеров. Поэтому, друзья, сегодня у нас была на обзоре вот такая потрясающая новинка. Вот такую вот линейку для определения монет. Каталог вы все можете приобрести у нас в лавке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если такие ролики вам полезны. А я продолжаю снимать для вас еще более интересные видосы. Увидимся!